Potrzebna taka baza, ja tak to atakuję. Ale to jest pod hinsło tutaj, jakby się wziął. No to że ty gdzieś sam się wziął. Czy ty, urodzi tych pewnie, się to nie chwata uszy? Еще одна битва. Ракетная база. Надеюсь, одного не отшибался. Вообще десантники прикроют. Никто за них не сидит. Вот она. Это вообще не ракета, а вот орбитатор. Где? Вот ракетная база. То... Значит, у них... Это орбитальная батарея, это ракетная база. Значит, она на орбите. Посильнее своего пуфора, но не он. Посильнее своего торпеда. Пульсу, значит, нам вот так вот идет. Крича, чуть-чуть. Best. Сильно не надо. Заход потребовался. Что-то ничего не поставили. Конечно, думаю, будет слишком близко, файтер.
них там три. Ты смотри, у них 30 какие-то. Прям эти ходящие там. Правда, как в дюне с РБК. Ниссан 6 танков 3. А тут выбрать нельзя. Не сбросить или не сбросить. 3 плюс 6, 9, у нас 12. У нас усиленная. Все. Население 12, но все равно. Больше десанта нет. Красные звезды вообще. Освободили трохи псилонов. Ох, все таких умных. Лучше чем. Да. Максимально они подместили. 12-11 дем. Такой маленький дем. Генератор гравитации. Интегралы, короче, нет. Есть казарма. 4 десанта. Сканер ДНК. Безопасность плюс 15. Ну серьезно, правильно. На реплике бы сразу лучше экран. Орбитальная батарея. Что, а где тут? Вот ракетная база. Обитание батареи. Зря я только потратил. Тут есть оборона. Не знаю, если смогут ли там атаковать. Мы все сразу. Все в населении. Координация тура. Через два тура будет экспорт сюда. Десантных кораблей ничего не осталось.